первый номер. Честно, да, и дальше опять... В первые дни весны в России короновали новую королеву красоты. Целый месяц 50 самых ярких и привлекательных девушек страны активно готовились к тому, чтобы побороться за титул «Мисс Россия». И вот наступил кульминационный момент. Выбор сделан, и мы узнали имя новой обладательницы короны в миллион долларов. «Мисс Россия 2011». Стала Гантимурова Наталья, Москва! И мы представляем первое эксклюзивное интервью новой мисс России. Трудно сказать, что я уже на 100% ощутила вкус этой победы. То есть, наверное, я еще не могу до конца понять и поверить в это. Существует множество конкурсов красоты женских, будь то «Мисс Россия», «Краса России», там, «Мисс Мира», «Мисс Вселенная» и тому подобное. Как вы считаете, почему до сих пор нету мужского конкурса красоты, «Мистер Россия», «Мистер Вселенная»? Ну, «Мистер Вселенная» существует как конкурс бодибилдеров, но вот почему нету именно конкурсов красоты вот, для мужчин, как вы думаете? Ну, потому что, я считаю, мужчина не должен быть красивым, красивой должна быть женщина. Поэтому нет таких конкурсов. В этом году нам, как, ну, по статусу, придется, представить Россию на международной арене, типа мира и вселенной. Вот как вы и ваша команда сейчас, вы оцениваете ваши возможности и шансы побороться в этих конкурсах? Особенно учитывая тот факт, что в последнее время эти фоны получают в основном латиноамериканцы. Да, есть такая тенденция, конечно, очевидная. Да. Но я не знаю, я не могу себя на 100% объективно оценивать. Конечно, очень хочется достойно представить страну, но посмотрим, ничего загадывать лучше не надо. Как в России, как по всему миру, существует очень неоднозначное мнение относительно всякого рода конкурсов красоты. Некоторые люди считают их потерей для организаторов или приближенных к ним, и другие считают, что вообще честно победить невозможно. Вот. Исходя из вашего свежего опыта, почему сложилось именно такое резкое и очень хорошее мнение среди обывателей, будем так сказать? Но, честно говоря, до 5 марта этого года я была абсолютно уверена именно так, да. То есть я в этом абсолютно не сомневалась. Я всегда думала, что это такие нечестные мероприятия, скажем так. Где все куплено. Да, я была в этом уверена, серьезно. И для меня именно поэтому еще был шок, да. То есть уже пишут, да, то, что вот там, и тут тоже все проплачено туда-сюда. Но я знаю, самое главное, что я и мои близкие... Уверена в обратном, да. Памяти первой модели, умершей от СПИДа, Джиа Мари Каранджи посвящается. У этого конкурса красоты безупречная репутация, как у ювелирного дома Карла Фаберже. Вокруг него сложилось множество мифов и домыслов. Это самый честный конкурс вообще у нас в России, я могу сказать, «Мисс Россия». Я скажу честно, я не люблю работать на тех конкурсах, где известна победительница. Мы первые, кто смог заглянуть за кулисы конкурса «Мисс Россия», чтобы опровергнуть эти мифы и домыслы. В первую очередь, я считаю, что девушкам нужно знать, что здесь придется работать над собой, проявлять свои самые лучшие качества. Мы также раскроем секрет одного из самых непредсказуемых конкурсов красоты в программе «Тернистый путь к короне Мисс Россия». Смотрите скоро, только на «Известия ТВ».